Субботнее утро. На улицах уже кипит работа. Жителей микрорайона геофизиков в этот день объединяет одно большое дело – сделать поселок чище, навести порядок на улицах, избавиться от свалок. Одним из первых на субботник прибыл председатель сельского совета депутатов. Александр Илендеев полностью поддерживает инициативу жителей и сам принимает активное участие в благоустройстве. То, что именно жители захотели, вот это здорово. И то, что хотят жители, нужно поддерживать и нужно двигать, нужно развивать эти темы. И вот именно вот это и приживется, вот эта форма приживется, поверьте мне. Потому что это инициатива жителей, и жители сами делают так, как им надо. А власть надо только поддерживать те начинания, которые жители вот проявляют. Грузовая техника распределилась по всему микрорайону, чтобы по максимуму очистить придворовые территории и забытые кучи мусора, которые заметно портят вид улиц. На улицах микрорайона геофизики стало заметно чище, потому что сами жители беспокоятся о порядке. Однако стоит свернуть немножко в парк, где появляются вот такие сюрпризы. И сегодняшний субботник организован именно для того, чтобы убрать многолетние залежи мусора. Этим летом отсыпана дорога на улице Центральной. Благоустройство улицы запланировано завершить строительством тротуаров. Специально к субботнику завезли и подготовили стройматериал. Предстоит большая работа, которая будет цениться вдвойне, ведь за дело берутся все сообща и своими руками создают порядок и уют в поселке. Конечно, важно, потому что мы здесь живем. Я, жена, все наши соседи. Мы находимся маленько в стороне от Центральной улицы. И, то есть дорога была грунтовая, но стараниями Антонины Александровны, вот в этом году у нас подселили гравий тут, стало намного меньше пыли. Ну вот субботник, сейчас убираем все, лучше жить. Все лето кидали, опять мусора нашли, я валяюсь. Местные власти будут и дальше поддерживать такие субботники, потому что совместная работа руководства и жителей всегда обречена на успех. А в микрорайоне геофизиков ожидается еще одно приятное событие. Хотелось бы отметить, что очень здорово, что у нас сегодня все-таки получилось то, что мы надеялись сделать. Сегодня есть договоренность, Александр Владимирович Бахтин договорился с «Газпромом» о выделении финансирования для приобретения большой многофункциональной детской площадки, которая будет установлена вот на территории 4-й школы, где мы сейчас находимся. Сообща будем все делать, будем вместе, будем для себя, для своих ребятишек, то есть впереди большая работа. Анна Смирнова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны».